Ангарский водоканал незаконно повысил тарифы. Об этом заявили в городской прокуратуре. Надзорный орган провел целевую проверку установленных расценок на коммунальные ресурсы. Выяснилось, что в конце прошлого года постановлением администрации города рост тарифов на водоснабжение составил 18,8%. На услугу водоотведения – почти 21,5%. Тогда как эти показатели по правилам региональной службы по тарифам не должны превышать 10,5%. Ну, с учетом того, что данные нарушения были выявлены, принесен протест в орган, издавший данный нормативно-правовой акт. Сейчас он рассматривается, по результатам мы будем оповещены. Но я думаю, здесь основания безусловны к отмене данного решения. Тем самым, как бы, тарифы будут уменьшены для всех жителей города Ангарска. Ангарчане, оплатившие коммунальные услуги по завышенным тарифам, имеют право на перерасчет.